На данный момент дзюдо в Украине очень стремительно развивается. Сам вид спорта дзюдо является очень перспективным и популярным в мире. Занялся тренерской деятельностью, 3 года назад создал школу имени Дмитрия Кальченко, назвал своё имя. Сегодня у нас происходит награждение. Именно детки сдавали нормативы на белые пояса и на различные ниже Q. Сейчас они будут получать эти пояса. Мне хочется в это награждение вложить немножко эмоций деткам, немножко радости, чтобы это не было в залах, там, вручили, втихаря, чтобы никто не знал, чтобы знал весь Харьков. Есть такие детки, что не добиваются таких результатов, что растут с самого-самого маленького. Знали не только уже состоявшихся чемпионов, а тех деток, которые стремятся туда и только начинают. И это может поддержать и детей в их стремлениях заниматься спортом, ну, может быть, и родители, а может, скажем так, в будущем это тоже пригодится. Дзюдо я занимаюсь уже 2 года. Мне нравится этот вид спорта, потому что в нем я развиваю очень много положительных качеств и просто как бы мне нравится этим заниматься. Я пришел сюда сам, мне только папа сказал, что вот у нас рядом с домом открылась секция дзюдо. Моя мечта – стать мастером Европы и получить черный пояс по дзюдо. Дзюдо я занимаюсь уже 3 месяца. Мне нравится то, что я обучаюсь новым навыкам. В нашей группе очень много людей, и мы все дружим и хорошо общаемся. Мне очень нравится наш тренер, он учит нас новым приемом, вот он нас не ругает никогда.